Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о часах Royal London, модель 419302. Корпус часов изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной фактурной кожи, прошитый. Застежка – классическая стальная пряжка. Задняя крышка – стальная с информацией о модели, завинчивающаяся. Циферблат защищен прочным минеральным стеклом. Способ отображения времени – аналоговый, стрелками. Есть окошко с датой, а также три малых циферблата. В них отображены в одном на отметке 3 часа, дублируется время в 24-часовом формате. Два других малых циферблата отвечают за работу хронографа. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи. Класс водозащиты 10 атмосфер, с этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Диаметр корпуса 39 мм, толщина 11. Хронограф управляется кнопками выше и ниже центральной коронки, верхняя кнопка запускает его, внизу у нас секунды, а в верхнем циферблате минуты, до 30 минут хронограф. Остановка этой же кнопкой, нижней кнопкой сбрасываем до нуля. Чтобы установить дату и время, нужно отвести центральную коронку для даты на один щелчок в сторону. Поворачивать нужно по часовой стрелке. Чтобы установить время, отводим коронку еще на щелчок в сторону. Получаем доступ к стрелкам. Также в этом положении центральной коронки можно при необходимости отрегулировать положение стрелок хронографа, если они были сбиты. Делается это нажатием на ту или иную кнопку вперед или назад. Удержанием кнопки можно заставить стрелку бежать. По окончании настроек не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав к корпусу. Упакованы часы в фирменную коробку. Приобрести эту модель, а также скачать инструкцию к ней, вы можете, перейдя по ссылке в описании к видео. На этом все. Спасибо за внимание.